Воскресенье, пожарная часть, 11 тысяч жителей. Как вам такая пожарная часть, а? 11 тысяч жителей, нормально? Интересно. Я еду тут. Лес, просто лес. Видите? Лес, когда я выйду куда-то, я не знаю. Но дорога есть. Ни один из вас не показал мне видеоролик вот ваших деревень, ваших малонаселенных пунктов, ну, где там живет действительно там 20, 30, 40 тысяч населения. Все, что я показываю. И вот я выезжаю с населенного пункта 11 тысяч на интерстейт. Все. Представляете, как это удобно? Живешь в маленьком населенном пункте, в лесу. Но если хочешь, то ты едешь, куда тебе надо, и тебе тут же дают дорогу. И посмотрите, сколько линий. Четыре, да? Четыре линии, да? Четыре линии. В одну сторону, четыре в другую.